Вот так получилось пока что. Костян смотрит, вообще верно ли мы сделали. Да какая-то шляпа вообще. Ремонт. Я видел сегодня. Во-первых, Google лучше использовать, и не Samsung. Не Samsung? Да. Там iPhone как минимум. Смотрел презентацию 7-го iPhone? Смотрел. И как тебе там момент тонкий очень есть? Ничего. Там 2G типа. Чего 2G? Ты не видел? Там нет. Тонкий момент. Надо тебе показать сейчас. Как ты относишься к геям? Очень отвратительно отношусь к геям. Тебе не дадут теперь грин-карту. Да, там мне... надо быть толерантным. Толерантным геем? Нет, спасибо, я лучше никуда не поеду. Правильно, в России неплохо, да? Сейчас выборы. На выборы пойдешь? Да, смысла нет. Но я как бы пойду, да. Не, ну как бы... Ты не первый раз пойдешь? Говорят, первый раз идешь, на тебе дарят что-то. Слушай, ну как бы... Так, давай. Так, смотрим, как там должно типа быть. Какой чуть-чуть раз? Больше, на самом деле. Да, и почему-то ты у него... Ты перфекционист, поэтому, я думаю, надо разобрать. И видишь, отпилить. Он почему-то это гайку наоборот повернул. Ну, правильно, чтобы она зажимала. С одной стороны, чтобы зажимала, но я думаю, суть надо так сделать, чтобы там нет. Все-таки втулку. То есть гайка как бы втулку упиралась. Я думаю, надо перевертеть и повернуть эту, как он сделал, по той причине, потому что тогда она у нее будет... гораздо но... больше держать, то есть она в распор будет. Да, но понимаешь, тогда у тебя получается вот этот опорник, да, ну вот эта деталь, она будет болтаться. Там же что получается, вот здесь он упирается, да, здесь эта шайбочка, потом вот эта пластина, дальше втулка идет. А втулка не будет передавать нагрузку на вот эту шайбу и на гайку. То есть она будет как-то там, ну, типа. Короче, мне нравится, как сейчас у меня. Давайте следующую. Получается, тут уже будет полиуретан работать. Здесь он и так будет работать. Все, нормально. Следующее. Что-то я пытался сумничать. Да, какую-то хуйню сморозил вообще. А, я молчал в это время. Главное, вовремя помолчать. Опора. Не знаю. Турбопауэр. Смотри, давай вот. Ну-ка. Где у тебя втулка? Вторая. Да нет, металлическая втулка. Там. Ну давай ее сюда. Они заводаны. Ты что, издеваешься надо мной? Втулка, которая вот сюда. А, прикрыт. Ты имеешь в виду цилиндрик? Цилиндрик, да, да, да. Цилиндрик, цилиндрик. Он не там остался? Ну, вроде нет, вроде он упал. Точнее, вроде не падал. Да, может там? Ты ее юзал. Да, ты что? Теперь я виноват, да? Да. Один грязный был, который... Вот, нашел я. Короче, смотри, я что думаю. И так, где это? Да, я буду пидорить. Да, подожди. Да. Блин. Условия гаража, ничего не поделаешь. Где шайбочка? Костян, ты что, шайбу просрал? Ты, блядь, прикалываешься? Нет. Смотри, есть что, блядь? Вот это маленькая самая шайба. Главная шайба, которая вообще среди... Ты чё, блин? Пацан! Я тебе отвечаю. Слушай, ты мне отвечай. Вот здесь, по идее, должна. Да, да. Всё, cool. А напугать-то я тебя сумел. Смотри, давай разберемся, блин. Костян, смотри, что я тебе втирал. Втираешь? Смотри сюда, блин. Я да смотрю. Хватит там руки. Я клянусь, смотрю. Вот смотри, идет вот это колечко, так? Да забито 10% там зарядки. Вот. Оно сделано для чего? Чтобы площадь опоры увеличить, правильно? Дальше идет втулка. Нет, точнее, я вру. Дальше идет вот это. Нет. Вот это большое кольцо, да? Оно распределяет нагрузку на как бы резинку. Да. В нашем случае полиуретан. Но основная нагрузка же передается вот здесь, смотри. По центру, да? И для этого втулочка. Вот, то есть идет на втулку, потом идет вот на большую шайбу, которая, кстати, ставится вот так. И потом гайка это все затягивает. То есть как бы зажимается резинка. И резинка тут не будет вошкаться. А у нас получается вот здесь вот зазор. Ну, все правильно. Вот, вот здесь зазор. Так у нас... А в оригинале его нет. Как-то нет, есть зазор. В оригинале нет было зазора. Иди посмотри. Где там в оригинале зазор? А, когда ты смотришь опорник... Вот у меня там лежит. Вот давай я тебе принесу сейчас. Ты куда ее кинул? Вот, сейчас. Правда, это от Е30, но разница. Вот, в оригинале, видишь? У тебя вот сюда. Зазора нет. Да. И как бы вот это жестко зажимается, получается. И уже внутри оно через резинку работает. А тут как-то по-другому будет работать. А ну, тут полиуретан. Это ж понятно. Handmade, блядь. Должно работать в любом случае. Просто суть в том, что здесь как бы
похуй. Все зажимает, а там у тебя получается, вот этот полиуретан еще будет пружинить. Полиуретан, он очень круто на разжатие. И гораздо... Сжатие или разжатие? Разжатие и сжатие. То есть он вообще гораздо круче резины. Короче, он у тебя еще будет как-то работать, интересно. Но я этого не почувствую. Мне главное, чтобы не было стуков. Но стуки не будут, точнее, не будут. Вот, я понял. У тебя пойдет, смотри, удар. Он передастся на шайбу, потом на втулку. Потом, по идее, он должен передаться вот на эту шайбу и на гайку. А он не передастся. Так как у тебя здесь зазор будет. Чуть, у нас, вот, у тебя здесь зазор, видишь? И чё? Его выгнет. Но сам полиуретан будет работать. То есть его как бы будет вот здесь вот вминать туда сильно. И чё, пусть вминает. Вот, вот здесь, видишь? И он постепенно, наверное, вот эта шайба его туда будет стучаться. Да. Может вполне стучаться. И на отбой тоже как-то странно, он будет работать. Давай попробуем. Так как сейчас вообще, есть. Короче, блин. Ладно, давай так делаем, а там уж отпишем.